Всем привет! Находимся мы в квартире нашего соседа, который сдает квартиру на летний период и также зимой. Стоимость здесь посуточная, в конце видео узнаете стоимость и многое другое. Маша в влоги не смотрел, кто еще не знает, где мы находимся. Находимся мы в самом центре Геленджикской бухты, это ЖК «Азим». Большая просторная квартира. Фактически это соседи, которые живут под нами. То есть у нас вот такая же квадратура в этой квартире, 42 метра в целом. Есть санузел. Санузел здесь совмещенный, видите, да? То есть здесь такой аккуратненький ремонт. В целом сделан все компактно и все очень даже удобно. Вот, все. Воду мы нагреваем здесь электрическими бойлерами. В целом такого объема здесь вполне хватит, чтобы спокойно могли пользоваться горячей водой целая семья, и в целом никаких неудобств в этом не будет. Проходим в центральную зону. Это однокомнатная квартира, студия. Слева идет кухонная зона. Все необходимое здесь тоже имеется, видите сами. Здесь вот есть такая особенность, как зона купе, это зона отдыха, и отдельно также как отдельное спальное место. Могу сказать, что в данную квартиру может поместиться около 5 человек. В целом, вот одно спальное место, диван раскладывается, и здесь мы еще имеем спальную зону для 2 человек со шкафом купе, соответственно. В целом, все достаточно комфортно, уютно, и в квартире здесь есть Wi-Fi, можно воспользоваться интернетом, есть кондиционер, телевизор, ну как бы все, что необходимо для отдыха, находится непосредственно здесь, в квартире. Все очень функционально и прикольно сделано. Здесь получается, смотрите, открываете окно, да, как бы вот вид, ну как у меня вид, только я немножко повыше нахожусь. В целом все то же самое. И также мы имеем возможность выйти на балкон и уже отдохнуть, посмотреть. Вот он, собственно, уже имеем прямой вид на Геленджикскую бухту. Видно, как включается сейчас Черноморский. И маяк вдалеке машет вам своими огнями. Приветствует вас. В целом, отличная квартира. Чуть-чуть дальше расскажу вам уже по стоимости. Перед нами посадка Сосновая роща. Здесь буквально вот за этим домом находится магазин «Магнит». За нашими спинами магазин «Перекресток». На улице Луначарского, самая большая, самая центральная артерия нашего города. Там находится немножко подальше «Пятерочка» и рядышком «Магнит Косметик». В целом район очень развитый. Все находится буквально под рукой. Магазин у нас частный, есть на каждом шагу. Это, соответственно, школа номер 4. Ну, вот такой маленький, кратенький экскурс по нашему району. Друзья, ну а с вами был Геленджик Лайф. Бронируйте данную квартиру по телефону, который будет указан у нас в описании. Спрашивайте, звоните. В общем, будем рады всех разместить и ждем вас всех в Геленджике. Всем пока!